Цигун для глаз. Первое упражнение – вращение глазами. Вращаем глазами по кругу 12 раз по максимальной амплитуде в одну сторону и затем 12 раз в обратную. Во время вращения глаз фокусируем внимание на объектах, которые видим. Второе упражнение – вращение глаз с закрытыми глазами. Вращаем глаза 12 раз в одну сторону и 12 раз в обратную. При вращении визуализируем объекты, которые видели при выполнении с открытыми глазами. Третье упражнение. Подносим указательный палец правой руки к кончику носа. Фиксируем взгляд на кончике пальца и всматриваемся в него. Далее на вдохе отдаляем палец на вытянутую руку, не давая кончику пальца расплываться и рассеиваться. На выдохе приближаем кончик пальца обратно к носу, не допуская размытия. Так совершаем 12 дыхательных циклов. Четвертое упражнение. Аналогично третьему, только палец расположен у межбровья. На вдохе отдаляем руку, на выдохе приближаем, сохраняя концентрацию на кончике пальца, не давая ему расплываться и рассеиваться. Выполняем 12 дыхательных циклов. Пятое упражнение. Подносим палец к носу. Фиксируем взгляд на кончике пальца, всматриваемся в него. На вдохе проводим энергию через нос в шишковидную железу. На выдохе направляем энергию из шишковидной железы к кончику пальца через глаза. Выполняем 12 дыхательных кругов. Шестое упражнение. Аналогично пятому, только палец у межбровья. На вдохе направляем энергию в шишковидную железу через нос. На выдохе направляем энергию из шишковидной железы к кончику пальца через глаза. 12 дыхательных кругов. Седьмое упражнение выполняется перед стеной. Подходим к стене на расстояние двух ладоней и ставим два указательных пальца перед лицом на стену. Концентрируемся на пальцах. На вдохе отводим руку в сторону по горизонтальной прямой, концентрируясь на кончике пальца, не давая ему расплываться. На выдохе приближаем руку обратно, сводя два пальца вместе. Концентрируемся на кончиках пальца, не давая им расплываться. На вдохе отводим другую руку, концентрируясь на кончике пальца, не давая ему рассеиваться. На выдохе приближаем руку обратно, соединяя два пальца вместе. Это один дыхательный круг. Выполняем 12 таких кругов. Восьмое упражнение аналогично седьмому, но уже разводим руки не по горизонтальной прямой, а по диагонали. На вдохе поднимаем руку в сторону вверх по диагонали, введя палец по стене. На выдохе ведем палец по стене вниз, совершая небольшой полукруг. Далее на вдохе поднимаем по диагонали палец вверх, соединяя со вторым указательным пальцем. И продолжая вдох, поднимаем другую руку по диагонали вверх. Затем делаем выдох и опускаем руку вниз, рисуя ей полукруг на стене. Делаем вдох и соединяем руки вместе, подводя вторую по диагонали вверх. Всегда концентрируем свое внимание на кончике пальца, не давая ему расплываться. Это один дыхательный цикл.
Совершаем 12 таких кругов. Девятое упражнение. Бегание глазами. Фокусируемся на спонтанных объектах перед собой, быстро сменяя их. Упражнение длится пару минут. Десятое упражнение. Концентрация на пламени свечи. Подходим к пламени свечи на двухметровое расстояние. Всматриваемся в пламя, не давая ему рассеиваться и расплываться. Упражнение выполняется 5 минут. После завершения упражнения закрываем глаза и даем им отдохнуть 2 минуты. Правила выполнения всех упражнений. Первое правило. Стараемся не моргать во время выполнения упражнений. Глаза можно закрыть и дать им отдохнуть между упражнениями. Второе. Головой не вращать. Стараться ее зафиксировать, двигаются только зрачки глаз. Третье. Во время всего комплекса и по его завершению не касаться руками глаз на протяжении получаса. Все упражнения в этом комплексе можно выполнять по 12 кругов, 18, 27, 36, 49 раз, 72, 96, 108 и 144 круга. В данном случае результаты будут расти в геометрической прогрессии. Уже через неделю ежедневного выполнения данного комплекса вы увидите положительный результат восстановления зрения или его улучшения.